Коротким упражнением матч не выиграть, а вот слить запросто. Вот это поворот! Короткое упражнение. Ну, что вы можете на нем сделать? Ну, представим себе даже какие-то 4 мишени с одной позиции, 4 с другой. Такое упражнение стреляется за 7 секунд. Даже если вы сойдете с ума, психанете и выстрелите его за 6,5, что вы выиграете? Если вы посчитаете количество очков, которые вы выиграли, это ни о чем. Но если вы психанете и у вас не получится, и вы стрельнете его, допустим, за 9 или за 10 секунд, потому что вам придется дозаряжаться, вы автоматически проигрываете достаточно большое количество очков. Более того, скоростные упражнения со стрельбой с места, как правило, укладываются в 5 секунд. И если там вы доходите до перезарядки, то, как правило, это полнейший слив упражнений, потеря 20 очков и больше. Поэтому короткие упражнения надо всегда стрелять надежно.